В минувшие выходные Саров утонул в сугробах из-за сильного снегопада. Дороги и тротуары замело. Снегопад сменился оттепелью. И теперь под ногами у саровчан слякоть и гололед. Узнаем у горожан, как они оценивают уборку дорог и тротуаров за последние несколько дней. Пока оценка не удовлетворительна. А где не расчищено? Да вот тротуары вот такие, не посыпаны песком даже. Идти очень скользко. Проехать можно, пройти с трудом. А выходные как? Чистили? Ну, выходные не знаю. Я старался не выходить на улицу выходные. Ты вообще не чистит. А выходные? Кошмар. Выходные, а когда снег-то пошел, буквально недавно. И, по-моему, ни разу не чистили. Ну, вот так вот неожиданно, наверное, зима настала. А где вот не чищено? Ну, я только в этом районе вот. Да по всему городу, кстати, и ругаются из-за города. Приезжает тоже, там тоже беда. Оценка, ну, наверное, где-нибудь 6 за субботу и воскресенье. Учитывая, что я вот так пробирался. 1, 2, 3. Ну, а так в целом неплохо. Ну, только гололед, но в целом все хорошо. В связи со сильным снегопадом в выходные дни ДЭП привлек дополнительную технику и рабочих для расчистки города. В субботу бабкеты убирали снег на узких тротуарах и в скверах. Сотрудники ДЭПа вышли и в ночную смену. Пока горожане спали, на дорогах работали 6 единиц техники. На следующий день на борьбу со снегопадом вышли 19 снегоуборочных машин, погрузчиков, самосвалов, грейдеров. Всего за воскресенье вывезли 804 тонны снега и использовали 123 тонны противогололедных материалов. Мы людей вызвали с их выходных дней по приказу. Мы их обзвонили, попросили, чтобы они вышли на работу. Они согласились, вышли на работу. Вот. Это именно наш. Привлеченной техники у нас пока нет. Пока мы обходимся своей потихонечку. За это время ДЭП успел почистить автобусные маршруты и загородные дороги у КПП. Вслед за снегопадом пришла оттепель. За ночь растаявший снег превратился в гололед. ДЭП обрабатывает дороги противогололедными материалами. Сейчас тракторы посыпают тротуары и дороги первой очереди. Всего за день ДЭП может убрать только 3 улицы. Дороги второй и третьей очереди мы еще даже не попали. То есть ни трактора, ни грейдера, ни плужно-щелочный пескоразбрасыватель туда, к сожалению, не попадали. Потому что ночью мы ставили дежурную смену только на очистку дорог, в первую очередь автобусные маршруты. Это у нас ходило 2 пескоразбрасывателя, 2 трактора и 1 грейдер. ДЭП продолжает очищать остальные проезжие и пешеходные дороги. Бобкеты работают в автобусных карманах и у пешеходных переходов, убирают снежные валы. По вопросам уборки снега на дорогах Сарова обращайтесь по телефону 992-18. Светлана Иронова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.